Так, значит, за $2. Часть города, оно располагается на сваях, такая водная деревня, и между такой как паромчик курсируют вот такие такси-лодки. Это единственный общественный транспорт, который есть в стране. И реклама вот автомобиля на билборде. Выходим. Сейчас будет бздынь. Окей. Good? Окей. Up. У нас на той стороне город, центр, вот там мечеть, торговые центры, посольство, все остальное. А это такая деревня на сваях. Практически брунейская Венеция. Большой плюс то, что здесь запрещен алкоголь. То, что не пизданешься. Да. Вот к вопросу о том, как проводят время местные люди, да? Они просто сидят. Как кошка, я говорю. Как хорошо быть брунейцем. Брунейцы, они любят такой образ жизни домашнего животного. Они целый день сидят и смотрят в окошко, например, и спят, отдыхают. Ну, кто-то вот, работает. Вот. Hello, brother. Брунейц, который в разгар рабочего дня просто сидит, смотрит в окно, и брунейские вот кошки. Пей до дна, Оп. О, компьютер, современность. Давай проверим. Он включен? Нет. Hello. Hi. Таунхаус. Вон дельфинчиков, смотри, как плывет. Они как маленькие рыбки. Мальчик, давай прыгай уже как-нибудь, чтобы мы тебя, блядь, потом показали другим детям в России. Хуйня. Я думаю, что он выпендрился на остаток дня сегодня. Нагрузь. Вот дети тоже. Я в их детстве уже мечтал выпить пиво там или у отца в лодке там стибрить. Good, my friend, very good. И опять же кошка. Везде кошки. Вперед, дружбан! Давай, покажи нам всем! Ей! Детей не смущает говно, которое плавает в этой воде. И Ленин... Ночь продолжается, бой. Да. И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой. Единый октябрь впереди. Вот. Они все канализацию вот сливают. А чувак, видишь? Если, кстати, обрати меня, это брунейский самострой. Они строят не вверх достраивают, они вниз достраивают. Пристройка снизу, да? Че думаешь? Я думаю, что это очень интересно. Поэтому мы отсюда сваливаем. Да. Аргус. Царский причал. Да, это причал султана Брунея. Так вот, скромненько, яхты нет, даже лодочки нет. Очень скромный человек, потому что все лодки в стране и так его. Но дворца, к сожалению, не видно. Очень плотно вокруг посажены деревья, мангровые заросли там, да, у нас или что? Мангровые заросли, крокодильчики, скорее всего, там водятся. Вот, в общем, не видно вообще ничего. Отлично. Ну что, вернемся? Да. Окей. Коте. Вот так нужно ездить на велосипедах. Только так можно на велосипедах и ездить. Yeah. Don't shy. Don't be shy. You're a superstar, man. Superstar. Very good singing. No, I don't want it.
You very good singer. Сейчас папа придет с таганом, и тебе яйца отрежут.